В Омске задержана семейная пара наркокурьеров-иностранцев. О происшествии сообщили в полиции. Установлено, что 34-летний мужчина и 37-летняя женщина – граждане Средней Азии. В разное время переехали в Свердловскую область, где познакомились и подключились к наркобизнесу. Кураторы направили пару в Омск. Здесь они арендовали квартиру и расфасовали пагубное зелье. По городу передвигались на автомобиле Kia Rio. Распространить всю партию не успели. Наркокурьеров задержали на улице Крупской. Пара безуспешно пыталась заблокироваться в машине. В ходе досмотра личных вещей и иномарки изъято 164 свертка с порошкообразным веществом. Результаты исследования показали – это героин и метадон. Также обнаружено еще 13 тайников закладок фигурантов. За покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах группа лиц по предварительному сговору возбуждено сразу 16 уголовных дел. Наркокурьерам грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые на время следствия отправлены в СИЗО.